Все померли, все померли, все померли. Нет, еще не все померли. Так, опять этот с титечками на меня бежит товарищ. Отцепись ты от меня. Оп, и пошли дамажить. Давай, 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 дамажим, 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 дамажим. По максимуму, по максимуму, по максимуму. Еще пушечку ставим, еще дамажим, еще дамажим. Вот это хорошо зашла. Друзья, всем привет, с вами Бамбуковый Медведь Капанда, и добро пожаловать ко мне в гости. Да, друзья, я задался под натиском ваших комментариев, все-таки я установил Brawl Stars, как вы знаете, и также мы уже даже успели провести первый стримчанский. Поэтому это будет первый видос по этой мобильной игре, друзья. Я сейчас все покажу, все расскажу, но основное, конечно, то, что я хотел донести, я не буду здесь обучение никакое проводить, вы так все знаете. Я хотел вам рассказать то, что я здесь сделал свой клан. Вот ник у меня такой же, друзья, если что, Капанда, добавляйтесь в гости. Я могу всех добавить абсолютно бесплатно здесь в друзья. Вот у меня народу здесь уже очень много, 125 человек. Совершенно не важно, сколько у вас кубков, друзья, потому что я сейчас вообще сам нубовский. У меня вот 519, я играю буквально вот недельку здесь, как вы знаете. И также, друзья, я сделал свой клуб. Свой клан, друзья. Вот у нас такой вот клан, называется Банда Капанды. Тег клуба вы сейчас видите у себя на экране, друзья. Также тип у нас открытый. Раньше он был закрытый, наш клуб, но там много прилетало вот этих вот заявок, я устал их принимать, поэтому я сделал его открытым. Но участников, как обычно, уже 100, друзья. Если кто-то выходит, либо кого-то я кикаю, то получается, сразу он забивается. Поэтому пробивайтесь, если что. Я пару раз в неделю сразу говорю, я чищу клан. Наш клуб, если кто-то играет очень редко, то есть не заходил неделю, я смотрю, если у кого-то больше 6 либо 7 дней, друзья, то я, соответственно, кикаю. А также, если кто-то у нас начинает где-то бомбить, ругаться матом и так далее, вести себя неадекватно, тех ребят я тоже, конечно же, кикаю, друзья. Так, с трофеев я поставил 2000. Давайте, наверное, я поставлю поменьше даже, чтобы побольше народу смогло залететь. Если честно, мне на трофеи, как бы, друзья, пофиг. Мне самое главное у нас, чтобы здесь была маленькая такая уютненькая наша банда Капанды, чтобы мы нормально, адекватно просто с вами, друзья, фанились и играли. Так, что у нас тут по бойцам? По бойцам, друзья, я сначала играл... Ну, мне посоветовали подписчики играть за Шелли. Я в основном бегал за нее. Потом я поставил мне... Так, подождите, магазин не туда, не туда. Я тут бонус собрал. Да, бонус я тут собрал. Далее мне потом пузатый с титечками понравился чувак. Где он, 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 где он? Эль Примо, да, вот он, вот этот вот. За него я тоже бегал, довольно-таки весело было. Ну, типа танкующий. И вот только-только я сегодня, друзья, выбил вот этого персонажа. Джесси, да, получается, Джесси. Вот с такой вот пушкой она бегает и выставляет там кого-то робота. Хм, давайте, кстати, куда-нибудь зайдем, попробуем, глянем и что-нибудь поиграем, да. Так, давайте, давайте мы кого-нибудь пригласим. Пригласим именно, как всегда, подписчиков. Мы играем обычно здесь, друзья, с подписчиками, залетаем и так далее. Просто прикалываемся. Так, что у нас тут доступно, друзья? О, кстати, бой с боссом, если честно, даже ни разу не играл. Столкновение, захват кристаллов. Давайте поставим, наверное, ограбление, да, друзья? А, нет, смотрите, как мы сейчас делаем. Я же тут просто начал видос писать, и я поставил не беспокоить. Мы вот так вот сделаем, хопа. Сейчас ко мне залетят и накидают мне предложение. Так, вот банда у нас в сборе, друзья, наконец-то залетаем. Посмотрим, 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 будем защищать наш сейф. Буду играть, друзья, за этого персонажа, но если честно, второй раз играю. Так, 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 так. ХП у нас очень мало, поэтому будем стараться атаковать сдалека. Фига себе, у нас какой-то два, а нет, ракетчик у нас, да? Блин, я их даже всех, друзья, еще не знаю по именам. Только помню тех, кого я брал. Так, вот этот с сисечками бежит на меня прям. Шустряк, хитряк. Как он прыгнул сдалека-то, а? Так, надо им закинуть эту бомбу. Ать, 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 ать. Опа-на. Пошла жара, пошла, 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 пошла. Да, чуть-чуть я там продамажил-то. Да, но зато 74%, а у них 92%. Прикольно. Так, там ребята у наши, наши ребята где-то все померли.
Все померли, все померли, все померли. Нет, еще не все померли. Так, опять этот с титечками на меня бежит товарищ. Отцепись ты от меня. Капец, как он хитро прыгает, а. Хитрючий, хитрючий. Так, сейчас буду стараться, друзья, закинуть им опять эту бомбочку. Опа-на. Оп, и пошли дамажить. Давай, 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 дамажим, 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 дамажим. По максимуму, по максимуму, по максимуму. Еще пушечку ставим, еще дамажим, еще дамажим. Вот это хорошо зашла. Вот это вообще огонь, да, друзья? Неплохо. Вот это неплохо, мы побегали вокруг. Все, что ли? Обалдеть, что-то, друзья, на изи, да? Хм, ну мне понравилось, прикольно. Так, ну силы у меня, друзья, здесь единичка. Я только вот сел за него потихонечку, потихонечку. Так, силы 2, 300, неплохо. У них тоже неплохо, кстати, прокачано. 5, 6, 6, да, друзья, было. Не знаю, друзья, кого качать, пишите в комментариях, за кого лучше для начала поиграть. А присоединяйтесь к нашему большому и дружному клану Банда Капанды. Будем вместе бегать, будем вместе прокачиваться. О, кстати, мне открылся сундучок. Давайте что-нибудь откроем. Бынчик, и там падает кобана. Фрэнк, эпический, один из 44 бойцов. Я не понял, а чё, что ли, можно выбить бойцов прямо из сундука? Оттуда же одни монетки всегда падали. Обалдешечки. Чё, реально? Или это составная часть? Офигеть, мне выпал какой-то чувак, друзья, из этого. Прям из сундука он выпал. Офигетушка, я что-то думал, сундуков падают только одни монетки. Мне до этого времени только одни монетки падали. Первый раз мне выпал какой-то чувак. Хм, прикольно, надо будет его, друзья, затестить. Давайте, если вам понравится, друзья, будем вместе играть. Набираем 1000 лайков, и я сниму обзор на всех персонажей. Сделаем какие-нибудь лайфхаки, сделаем какие-нибудь секреты и так далее. На этом, друзья, я буду видосик этот завершать. Желаю всем отличного дня, друзья, и, конечно же, прекрасного вам настроения. С вами был Бамбуковый Медведь Капанда. Увидимся в следующем видосе. Всем пока-пока.